Hey, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав, это канал Лайк Позитивный. Ну, наконец-то я вернулся в эту игру, как вы уже догадались, а может кто уже забыл про эту игру, а я еще помню, что я ее не до конца прошел. А эта игра у нас Симулятор Хирурга 2013. Ну, наконец-то я уже продолжаю. Что-то у нас очень медленно стало работать. Последнего запуска управления я еще помню до сих пор. Прикольно, я раньше не замечал, что на задней клавиатуре есть какая-то пасхалка. Сейчас я поставлю на низких настройках, я не знаю, почему оно лагает. Так, тут написано, пасхалка какая-то была. Ну так, ребята, вернулся в эту игру, я управление еще немного помню. Сейчас буду трохи вспомню. Так, хорошо, тут все вроде бы работает. Хорошо, мы начинаем, тогда я сейчас попробую. Так, настраиваю, как видите, много игры. Это я не знаю, какая у нас 11, 10, 12, может 5, я не знаю, какая это уже серия, потому что 11 часов у меня голова не варит вообще никак. Поэтому, ребята, мы начинаем, наверное, уже нашу операцию. Посмотрим, что там за операция, блин. Да, блин, как не варит? Я уже хотел начинать операцию, уже я звонят по поводу того, чтобы я уже заканчивал видео и не снимал бы. Конечно, кто будет такое смотреть? Ну ладно, я уже сниму трубку. Что там, блядь, уже звонит? Не, 11 часов тем более. Кому я надо уже такое время? Так. Так. Алло? Алло, кто там? Это никто не отвечает, странно. Так, вы лайк позитивный вообще, а? Ну да, я. Слушай, ты, мудак, блин, надо, короче, операцию тут сделать одну. Пересадить сердце, понял ли? А чё я при чем тут? А тут, слушай, наш этот водила нажрался, а врач нас вообще рукожопый, не может ничего сделать. Ну ты можешь пересадить, короче, сердце одному мудаку, а? Ну да, могу, конечно. А можно еще кое-что у вас спросить, пока вы трубку не положили? Чё ебано, да? А вы не могли бы подписаться на мой канал с лайк позитивный? Слышь, блядь, иди нахуй, блядь, сердце пересаживай лучше, мудак. Алло. Да, уже трубку положил. Ну на, ладно, вот, начинаем операцию тогда. Надо, короче, сердце пересадить. В скорой помощи водила у нас хоть нормальный будет, я надеюсь. Так, скорая помощь, да, пересадка сердца. Ну, 11 часов, ну ладно, погнали тогда. Какой-то мудак позвонил, чтобы я ему операцию делал, ну ладно, поехали. О, нихера себе, где-то какая-то скорая помощь, да, выполнить пересадку сердца. А как пересаживать, я уже это забыл. Да я тоже рукожопый врач, как я могу что-то делать? А куда мы едем, в больничку, да? Время идет, да. Ой, бля, слышь, водила! Кто там водит? Двери закройте, пожалуйста, с той стороны. Я не хочу, чтобы что-то. Ой, там машина. О, спасибо. А чем мы там? Ой, дорожная. Дорожная, я хочу взять. Ой, бля. Куда улетела? Алло. Ребята, а чем я. Тихо, огнетушитель, успокойся. Оно, конечно, все медленно, но. Тихо, осторожно, я хочу просто взять, попробовать сделать операцию. Я давно этого не делал, поэтому я сейчас рукожопый вообще, наверное, на всю голову. Так, ну и фразочка. Ладно, возьми, давай попробуй хоть взять это. Сейчас буду пылять, наверное. Ой, сердце, типа, вам чтоб не выпало, блин. Да вообще бы я хреново. Так, вроде бы так. Я не помню, честно, как эту операцию делал. Поэтому я сейчас. Ой, бля! Осторожно, блядь, водила! Сука, шот, блядь, ёбаный! Ты в рот, блядь, едь нормально, придурок! Пиздец какой, а? Кто там, блядь, за рулем, ёпта? Шприц! Иди сюда. Блядь, это не то шприц. Положи. Водила! Тут шприц, короче. Вот, да, вот это от меня нет. Да, блядь, осторожно, водила. Ебать, там шо-шот, реально, блядь. Что там за водила такой, блядь? Как он там ездит? Это же, блядь, вообще, блядь, не мое сердце. А, вот, не мое, а, блядь, блядь. Сука, провалилась. Как я буду операцию дальше делать? Это капец какой-то. Она куда-то провалилась. Ой, давайте по-новому, блядь, это какая-то херня уже. Я не знаю, как я операцию, наверное, водила действительно очень сильно нажрался. Наверное, какой-то праздник был. Праздновали там, я не знаю уже, что. Напраздновать так, чтобы потом ехать так, блядь, неаккуратно, а? Кто таких водителей на. Я понимаю, что врачей нанимают рукожопы, блядь. А тут, блядь, да осторожно, ёпта твою мать, блядь. Возьми, блядь, молоток.
Так, блядь. Короче, такая, возьми! Молоток, что взять не можешь, что? Совсем уже. Вот, слава богу. Сейчас будем в гондоне. Боб, ты там не проснешься? Я надеюсь, он с машины не вылетит. Двери закроются с той стороны. Блядь, это невозможно. Где пилочка? Дайте дрель. Давайте дрель. Ну, давайте уже дрель. Я не знаю, ребят, я, наверное, операцию не пройду. Я так просто повеселюсь немного и все. Потому что я давно не играл, я уже все забыл, как это играть. Вот, я, по-моему, отхилял ему. Ой, бля. Ой, аккуратно, аккуратно. Я сейчас все сделаю, не паримся. Ой, извини, Боб. Я ж Боб забыл, а? Че в тебе такие сыромятия, блин? Проблемы всякие. То сердце перестает, то мозги, то глаза, блядь. Вот дело... Осторожно, бля. Сейчас ухо отпыляешь. Чуть ухо не отпылял, ёма. Осторожно, водила, ёма. Я надеюсь, ой, тихо. Мы нормально доедем, никого не врежемся. Если мы их... Осторожно, я хочу взять их не тушить. Я не знаю, насколько будет серия наша. Осторожно. Часы. Ёп, осторожно. Я не знаю, насколько серия получится минут, потому что я не представляю, как это будет делать. 10, может, минут. А может, 20, там, 5. Надо, я не знаю, уже 7 минут вроде бы. Я смотрю там. Это, блядь, шприц возьми, пожалуйста. Это шо ты? Я не знаю, кто там за рулем. Вот, ёпки, телевизию. Не прыгайте. Тушитель уберите. Пукань будете гасить. Окей. Матрица, ёпта, схвати, ёпта. Заберите, пожалуйста, у вас притушитель. Засуньте себе в жопу, блядь. Да возьми. Возьми, пожалуйста. Возьми, пожалуйста, сейчас кровь теряю сильно. Пожалуйста, шприц. Я сейчас третий раз попробую и, наверное, все будет. С этим я уже все. Это настоящий вынос мозга. Я не думал, что так будет тяжело. Не представляю себе. Там водила реально какой-то упоротый сильно. Я не знаю, как мы операции будем проводить. Там водила реально какой-то. Нажрался сильно. А врача нету. Мне придется за него все делать, получается. А что из этого? Я ничего из этого не получу, короче. Водила реально пьян, блин, наверное. Кто ему права выдал? Хорошо, что я не водитель, а скорее помощь. А может даже плохуще. Я бы тоже поиздевался вот так вот. Над врачам. А есть такая игра, по-моему, даже. Симулятор, даже не знаю, какой там называется, но короче где-то такое видео. О, бля, я думал, уже сломал. Осторожно, водила, аккуратно едь, не нарушай правила дорожного движения. Дай, тихо, шприц. А нельзя сразу сердце запнуто и не... Ай-яй-яй-яй! А, все, да. Рука у него даже дрожит, это такое, такой операции. Все, взял, блин. У нас уже 3000 осталось, это, конечно, не очень много. Вот сюда. Кладу. А, сердце на месте. Я только отпилял две кости, но этого мало, наверное. Блин, я не знаю, как я это буду проходить уже. Я не знаю, как... возьми, блин. А, я потом, помню, что попытаюсь пройти сам. В одиночку, блин. Но это будет еще, блин, веселее будет, наверное. Я забыл реально, я не знаю, никто, наверное, не ждал, что на моем канале опять появится этот хирург. Кому-то даже тащить начинает такого. Ай! Что за аттракционы там, блин, скорой помощи? Водила. Страшно. Хамуха. О, полегче. Тихо, двери закрылись. Ой. Ой. 10 минут уже. Ладно, я, наверное, коротенькую серию сделал, я не буду там записывать, но... Мне что, это обрабатывать? Может, что-то добавлю прикольненькое туда? Посмотрю потом. Я как раз готовился до этого видео. Это... полегче. Дрель. Главное, не разбудить нашего пациента, и главное, чтобы он не выпал. Мало ли, кого-то он там выпадет, по дороге будет кататься. Бля, хамуха, твою, а то чё так много-то, а? Чё там происходит, куда ему попадают-то? У меня хреновый хирург, я понимаю, конечно, что меня потом убьют за это. Ничего не дадут даже. Так, ну убьют точно, так, возьми.
А ёпта. Бери. Отлично. Аккуратненько. Опа. Заехал. Теперь что они так, блин, не открывается, блин. Закрыть надо было на замок. Чтоб вообще ничего тут. Так, а может что-то другое взять? Давайте я возьму, наверное, попробую вот этим. Я раньше часами долбил по башке, и это помогало как-то. Ну, я сейчас попробую этим. Может это эффективнее? А, дрель, дрель, дрель! Дрель аккуратнее. Дрель полегче. Я пытаюсь. Бог, все нормально. Он что-то, наверное, уже почувствовал, что что-то неладное происходит, поэтому я положу. Бог, подержи. Он сейчас сдохнет, но я, наверное, на этом закончу. Я не хочу длинность делать. Вы мне коробку поломали, блядь. Ни хера мне коробку поломали. Хилс, открой, что там написано вообще. Ёпта, откройся. Воу-воу-воу-воу-воу. О! Нормально, оно уже само вылетело. Забавненько. Но нам... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче шприц, полегче, полегче. Водила, осторожно, не выкинешь шприц. Вот тебя же зарежу. Так, ну значит, кости сами вылетели, это хорошо. Дальше вынимаем печень. Ой, это не печень, я уже забыл, что это за органы. Это, по-моему, легкие. Так, кому легкие? Кому там ментал? Кому надо бесплатно легкие, забирайте. О, он же кто-то сигналит, он уже распродажа, распродажа. Легкие, скидкой, скидкой. Кости тоже забирайте. Я вам сейчас все отдам. Сейчас только войму. Да-да-да, сейчас. Подождите минутку. Сейчас. Вот, кости бесплатно, забирайте. Забирайте, все бесплатно. Это тоже. Ой, кости. А, что ты остановился? Наверное, на кота наехали или на говно какое-то. У нас гаишники не останавливаются, потому что мы так ездим. Что у нас тут творится? Дай кости. Ой, я тебе, блин, легкие, дай. Мне надо легкие, чувак. Я не знаю, наверное. Давай еще выкину вот это. Откройте дверь, пожалуйста, надо выбросить мусор. О, спасибо. Игра сама так рада меня видеть, что сама мне все делает за меня. Это очень классно. Сейчас дверь откроется, я вам. А, можно дверь открыть нормально. Сейчас. Ребят, час распродажа. Это дешевле, чем в Стиме. Только у нас лайк позитив. Подпишись, и будет вам легкий бесплатно. Забирайте. Сейчас только дверь откроете. Откройте дверь, пожалуйста, с той стороны. Я вам легкий дам. Забирайте. Так, значит, игра сама сейчас за меня пройдет, все, я ничего не буду, в принципе, делать. Это очень хорошо, главное, чтобы сердце не пропало. Я реально давно не играл, а мне сейчас просто прет. Ой, там уже открылась дверь, ну ладно. Легкие потом заберете, я вам потом отдам. Для съемок, або сами забирайте. Вот, одна уже упала. Водила, бляха-муха. Я сейчас могу это пройти. Я просто хотел повеселиться, Соня, ничего не проходи. Но игра сама захотела, видимо. А я, в принципе, не против. Если игра такая добрая сегодня. Ой, извини, там это выпало. Какая-то хуйня, короче. Заберите. Я сегодня очень веселый, ребят, потому что мне все очень хорошо. Поэтому не обращайте внимания на мой позитив. Ну я ж лайк позитив, что ж вы хотите. Такой же дурачок, а? Операцию делай, блин. И везет так, блин. То, наверное, все там обзавидуются, что мне так везет. Сейчас легкие вам отдам, подожди. Сейчас будет распродажа. Только на позитивный. Ой, все, распродажа закончилась. Встретимся в следующем. В следующих скидках. Так, давайте я возьму другой скальп, это какой-то кривой будет. Там уже легко осталось, но мне только сердце отсоединить, да, по-моему. Если мне сейчас реально повезет, то я буду забавно. Легкие там заберете потом. Чтоб я вам не выкидывал. Какой-то странный скальпель. Наверное, уже сломанный, какой-то бракованный. Надо что-то нормальное. Вон, скальпель хороший есть. И шприцы мои лежат. Все на месте, никуда не уходит. Это очень замечательно. Только надо скальпель схватить. Хватит скальпель. Ой. Тихо. О, я нормально скальпель взял. Так, значит, можно рассчитать, когда машина прыгает, когда машина сильно поворачивает. Чтоб я ему ничего лишнего не поверил. Это мне надо высчитать время.
считать время, да? Я что-то ему отрезал. Не вижу ничего там. Ой! Тихо! Там реально, мы по России едем или по Украине, потому что такие дороги вряд ли в Европе есть. Очень странные дороги у вас, ребята. Ой. Так, я, наверное, остановлю провишку. У меня какая-то возможность предоставлять игра, так поэтому я не против. Кольнуть ему немножко кофеина, я не знаю, что там, морфин. Ой, какая игра хорошая. Сама все делает за меня, чтоб я не мучился. Правильно. Я не буду сегодня нервы тратить, я просто как попытаюсь это... Так, вали, пожалуйста, ёпта. Ой, часы мои дорогие, блин, за 7000 попали. За мои 70 подписчиков я решил снять это видео. Как раз 70 подписчиков, я не против это видео снять. Нам надо... Давайте я, наверное, сердце положу, чтобы я потом не искал его. Сердечко. Пути. Положи. Пути, положи. Ой, бля! На место вернулось. Ты смотри, игра умная. Она на место вернулась. Какая-то странная игра тут. Это я уже давно заметил. Сейчас, секундочку. Шприц, ты главное не провали, да? А ты скальпель сейчас будешь мне отрезать. Вон там клапан есть. Знаете, при низких настройках можно все заметить, что надо отрезать. О, я уже сердце отрезал, отлично. Замечательно. Все, ребят, нам только вынять сердце. Сердечко, пути. Иди ко мне. Ой, так. Схватись. Я сказал, схватись. Ай. Схватить, говорю, блин. О, его еще схватить же надо как-то, я не знаю, как-то спать уже 17 минут есть. А, зато печень бесплатная. Пожалуйста, совсем новая. Только вышла, 2015 года, забирайте. Столько слоев позитивных такой может раздавать. Нигде вы не увидите больше. О, спасибо, игра. Ой, реально спасибо большое. Сейчас. Я не знаю, это просто на дурачка повезло, реально, вот первый раз всего лишь, за всю игру мне на дурака повезло. Пожалуйста. Молодец, лайк позитив, на дыну, все отлично, за 12 минут ты справишься. Все, ребята, поздравляю, прошу операции, повезло мне просто. Ну, не знаю, ребят, может быть еще запишу видео по этой игре, если я что-то классное придумаю, я запишу. Вот так, ребят, мы в меню, все, ребят, мы заканчиваем, нам телефон не звонит, все рады, что мы прошли операцию, водилу уволят, конечно, посадят его надолго, будет искать нового врача, а меня же наймут, чтобы я пересадил почки, ну, не знаю, ребята, если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, лайк позитивный, и тогда, возможно, я запишу еще серию по, ой, видите, ребята, у меня какие-то глюки происходят иногда. Поэтому, ребят, я если захожу, то запишу, бо уже 11 часов, мне еще обрабатывать и спать ложиться уже скоро пора. Да, ребята. Все, ребята, если понравилось видео, ставьте лайки еще раз, подпишись на канал. А это была игра Симулятор Хирурга 2013. А игра в 2015 году, нормально тогда. Я из будущего, прикольно. Все, ребята, на этом у меня все. До скорой встречи, всем. Бля, хамуха, кто там звонит? Я уже закончил операцию, пошли вы все нахер, блин. Кому я уже там надо? Алло? Алло. Какой-то мужик мне, наверное, поздравит, 70 подписчиков. Ну, спасибо тебе, чувак, что меня поздравишь. Я очень рад. Я тоже рад, что у меня 70 подписчиков. Но нельзя так кричать, что меня чуть не перепугал. Сори. Спасибо. Пока. Пока-пока. И вам, ребята. Всем пока-пока. Блять, ненавижу!
Thank you.